С вами вновь Денис, и мы продолжаем проходить Whispering Willows. Так что ставьте чай, всем приятного просмотра, и, как говорится, вперед. Так, мы остановились в оранжерее. Как помните, в прошлой серии мы нашли любовное письмо. И мы должны отдать его женщине, чтоб она нам что-то сказала. Так, я так понимаю, мы не туда пошли, да? Бывает и такое. Как говорится, неспроста. Так, наверное, сюда. Да, сейчас на лифте нам подниматься. Тут еще какая-то потайная дверь должна была открыться, чтобы сокращать. Так, только где эта дверь? Вопрос. Так, сначала, наверное, письмо отдадим. Спасибо тебе, Елена. Ты не представляешь, что это значит для меня. Пожалуйста, в знак благодарности возьми это кольцо. Мы с Вортомом его помощью вскрывали тайные послания. Но теперь оно мне не нужно, это кольцо. Ты даже не представляешь, как ты мне помогла. Прощай, моя милая. Надеюсь, тебе удастся найти твоего отца. Иди в винный погреб. Тан-дан. Так. У нас только, в принципе, вниз и ведет. Только что еще за дверь должна открыться. А, вот это, наверное, да? Так, это кухня, а это куда ведет? Но вот это, наверное, сокращенный путь. Почти. Только куда это ведет? На первый этаж, что ли? А, ну да. Первый этаж. Так, тогда погнали вниз. Так. 31-23. Так. Так. Может, наоборот? Так, подожди, 31-23. Три. Один. Два. А, надо было пробел нажать.
Ну. Твою мать, он все-таки выбрался. Вот сучара. Блин, быстро он двигается. Понятно. Пока ничего особенного. Так. А что тут? О. Не понял, нам сюда, что ли? Или это просто? А, записка. Понятно, понятно. Что? Тут ничего, наверное, да? Опа. Я ошибался. О, еще наверх, ё-моё. Скоро подадут ужин. Будьте любезны подождать, мастер Уиллос вскоре появится. Так, не пойму, нам на ту сторону или на эту сторону? Сейчас разберемся. Кукольный домик. Маленький мистер Маркус должен поесть обязательно. Мне нужно его найти и накормить. Понятно, понятно. Так, идем, значит, наверх. Отсюда мы пришли. В принципе. Так. Еще дверь. Еще лестница. Понятно. Значит, окей. Так. Записка. Просто записка. А, смотрим. Не волнуйся, я пришла тебя спасти, пап. Елена, нет, пожалуйста.
глупая девчонка, теперь он мой. Неужели это правда? Все так болит? Неужели все так и будет после всех моих стараний? Нет, сдаваться нельзя, нельзя останавливаться. Я не могу согласиться с тем, что это конец. Ну да, у нее забрали амулет, и уже глава четвертая. Мне надо спасти папу. Ведь если не я, то кто? Только я могу помочь, я не стану опускать руки. Извините. Ну да, без амулета она ничего сделать не может. Мне не страшно, я справлюсь, я просто обязана. Линза телескопа. Ну понятно, что нам надо идти к этому, к телескопу. Раз такая фигня произошла. Я просто тут немножко сухариков хомячил, так что извините, просто хочется иногда во время записи покушать. Ну, точнее, перекусить. Так что извините. Ой, блин. Так, сюда, наверное, да? Так. Наверх. Так, и нам надо сделать как там. А нет, все верно. Идемте вниз. Что же нас там ждет? Нас там ждет, точнее. Так, тут ничего. Так. Ага. Ползи, сукин сын. Я тебя, блядь, вижу. Так, все вроде бы тут, да? Вроде да.
Так, еще записка. Куча записок. Значит, наверх. Что нас ждет наверху? Так, туалет. Значит, тут ничего, да? Музыкальная. Тру-дун-дун. Там ничего, наверное, да? Или это внизу? Не, по-моему, это внизу. Да, значит, тут ничего нету, да? Так, а как определить, где этот хрен? О, он тут. Ага. Ага, вот он тут. Ай, письмо. 79. Твою мать. Слишком рано, да ё-моё. Вы чё, издеваетесь? Где он, сука? Где ты? И? Вот тварь. Ага, он тут. О, сучара. Блять. Ну, что-то у меня такие подозрения, что он был там. Так. Эти демоны. Ага. Так, что-то тут делать надо, да? Ружье. Понятно, тут закрыто. Снова письмо. Так. Опа, она открылась. А, вверх тормашками. Может, в натуре вверх тормашками. Нет. Или может как то сделать, что ли?
Он же вроде не вверх тормашками будет. Так, стоп. Вверх. Так, сейчас попробуем что-то сделать. Но если не получится, тогда придется паузу делать и придется мне искать ответ. А, вот как. Тогда понятно. Так что? А, булава. Это значит к тому притащить, да? Интересно. Ладно. Так. Стоп, а как тогда? А, во как. Ладно. Так, дверь. Если бы ты была богатой, забавно. Такс. Так, и что нам делать дальше? Вернуться типа в особняк, что ли, и все? Так, стоп, я что-то немножко не втираю. Что нам дальше делать? Так. Немножко я что-то затупил. Так, тут тупик. А куда нам надо вернуться? Мы, походу, вернулись отсюда, да? Да. Может, тогда нам наверх? Так, а что делать наверху? Так, стоп, что? Вортом и бой, папа, я чувствую, но мне надоело бояться. Пришло время быть сильной.
папе нужна моя помощь, и на этот раз я не брошу. Неважно, что мне придется пройти, он мой отец, и я никому не позволю отобрать его у меня, что бы ни случилось. Надеюсь, Вортом, ты также готов к встрече со мной, как я с тобой. Во как. Тебе удалось вернуться даже без амулета, но слишком поздно. Ты меня не остановишь. Меня не волнует, что ты там говоришь. Я спасу папу, несмотря ни на что. Неразумная девчонка, я дам тебе попробовать мои беды на вкус. Посмотри в прошлое, почувствуй мою боль. Ты не понимаешь, она была для меня всем, матерью моего сына, любовью всей моей жизни. А ты только напомнила мне о ней и о том, что я предаю ее всякий раз, когда мы бываем вместе. Пожалуйста, Вортом, прошу тебя, я тебя люблю, не делай этого. Оу. Я больше не могу, теперь не бывать этому, я больше не буду пятнать ее честь. Ты не понимаешь, она была для меня всем. Матерью моего сына. Чего? Так, стоп. Вортом, я должна тебе кое-что сказать. У меня будет ребенок, твой ребенок, Вортом. У нас с тобой будет семья. Что? Не может быть, она беременна? Нет! Что я наделал? Марта всегда хотела только того, чтобы я был счастлив. У нас могло быть все. Что же я наделал? Неважно, я был обречен с самого начала. Посмотри-ка еще на ужасы моей жизни. Спасибо большое, что пригласил меня выпить, Вортом. 100 лет не общались, само время, сказал бы я. Ну конечно, мой добрый друг, мы правда давно не виделись, я сильно по тебе скучал. Вижу, у тебя трудные времена. Да, такие есть. Да, я скучал по тебе, Вортом. Почаще теперь надо будет видеться. Конечно, будем видеться, Дарби. Выпьем напоследок, чтоб тебе полегчало. О таком друге, как ты, Вортом, можно только мечтать. Так, ну это все повторяется. Ага. У
Бог ты мой, Дарби, да ты совсем пьян, веди себя поприличнее, только посмотри, в каком ты состоянии. Вот уже несколько месяцев наблюдаю, как ты деградируешь, и это отвратительно. Ты прав, дружище, ты всегда прав. Ты так хорошо поступил со мной, я опозорился. Знаю, какой я стал обузой. Обузой, говоришь? Это ты точно подметил. Если бы я знал, что с тобой станет, уже не знаю, что и думать. Я знаю, в последнее время я был сам не свой. Сегодня вечером я собирался покончить с собой, пока ты спишь. Но твое приглашение, Вортом, оно, знаешь, вернуло мне силы. Я тебе не говорил, Вортон, но там малютка, которая убила, она преследует меня. Сначала только снилась, но теперь я ее наяву вижу. В эти моменты я аж чувствую, будто мой зад уже адов огонь обжигает, и от моей поджаренной шкуры серой несет, дружище. А в темноте мне голоса преисподней слышатся. Зачем? Зачем я все это сделал? Он не должен был умереть, бедный мой Дарби. Когда я успел так низко пасть? Это все тот проклятый шаман, он заморочил мне голову своим мерзким колдовством. Твой предок, вот что твой род сотворил со мной. То, что ты говоришь, это правда? Ты можешь мне помочь снова увидеться с женой? Да, но прежде того твой дух должен пройти очищение. Ты готов к этому? Да, готов. Скажи мне, что делать, знахарь. Тебе нужно разорвать свои земные связи. Ты должен отпустить память о своей жене. Только тогда ты сможешь встретиться с ней вновь. Эти свечи защитят нас от тьмы. Все повторяется. Вортем, я здесь, Вортем. Марта, как же я соскучился, любовь моя. Жить без тебя слишком тяжело. Как я смогу жить дальше? Я всегда буду здесь для тебя, Вортем. Теперь ты знаешь, как это делается, и сможешь увидеть меня всякий раз, когда жизнь покажется невыносимой. Живи теперь по правде и воспитай нашего сына, а теперь прощай, любимый. Я люблю тебя, Марта, и всегда буду любить. Ты помогла мне яснее взглянуть на вещи, Елена, увидеть, как я был неправ. Надеюсь только, что еще не поздно
Я должен наконец увидеть, что несет в себе загробная жизнь. Прощай, Елена. Прощайте, Вортем, пусть ваша душа покоится с миром. Елена? Папа, ты проснулся? А, да, что случилось? Что ты здесь делаешь? Пап, это долгая история, но ты не волнуйся, я все тебе расскажу по дороге домой. Вот, в принципе, друзья, мы прошли Whisper Willows. В принципе, игрушка, конечно, коротенькая, но очень интересная, очень интригующая и очень оригинальная. Так что я не зря потратил время, чтобы пройти ее, показать ее вам. Поэтому, я думаю, вам понравилось. Так что, с вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей, делайте репосты. Будет тоже интересный материал. Так что, не прощаемся. Увидимся. Так что, всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Ну и послушайте титры, и мы уже встретимся в других играх.